все отлично. Ну это который старт-стоп уже, да? Да, да, да. Тот полтинник стоит. Да. Я его продал за подешевле. Похоже, как на победу или. Ворчал дома? Да. Не, не, там 1.3. Этот мячик 1.3? Да. Остальные 1.5. Ну машина мягкая, нормальная, в принципе, да, вариатор, там вариатор, кстати, чем-то похож на жука. И жука тоже хорошо. Гуляю в аэропорту, жду посадку. Ну я думаю, так вот, а хочу. Да, какие-то тучи такие прям страшные. Все, иду, уже зарегистрировалась, багаж сдала. И иду сейчас наверх проверяться и на посадку. Все, я в рукаве. Посадочка. Ну все. Ангел мой, ты впереди, я за тобой. Я уже в Москве, час уже брожу почти, через 3 часа на следующий самолет. 4 часа ожидания. Долетела хорошо, у меня были такие прекрасные соседки,
познакомилась за болтовнёй. Не успела даже выспаться. Короче, вот так вот. В Москве. Москва. Так что еще чуть-чуть, еще немножко. И я на месте. И сглупила я. Один багаж напрямик едет. А вот сумочка, которую я с собой таскаю. 7 килограмм. Ой, сейчас надо найти, где зарядить телефон. 3 часа где-то провести время. Вот она я, счастливая. В Москве, в отпуске. Все замечательно. Сейчас перекурю и пойду на то место, где моя будет следующая посадочка. Может быть, чайку попью, поброжу, похожу по магазинчикам здесь, в аэропорту. Вон какое небо мрачное. Но солнышко, тепло, хорошо. Я в гордом одиночестве. Ну все. Пойду, пока дойду, пока там перекушу, попью. Ну, хотя я сытая. Попить чего-нибудь. Иду на свой терминал или что там, платформу. Ой, надо было поехать, а я что-то привыкла все бегом-бегом и не заметила дорожку бегущую. Хожу кругами, уже дошла до своего терминала. Мне еще 3 часа где-то болтаться. Купила водичку лайм. Первый раз в жизни я вообще такую не пью. Ну вот решила побаловаться. Ну все, сейчас буду думать, чем заняться. Вот стою в Москве, да? И даже не понимаю, что я в Москве. Не чувствую. Как будто бы у себя во Владивостоке. Боже мой. Короче, я натерла мозоли страшные с этой сумкой. Блин, вон мой вход. Терминал F. Топаю. Все, вторая посадка. Увидимся.